Новый продукт «Консультант Плюс. Изменения по налогам и кадрам» разработан для бухгалтеров, специалистов по кадрам, налоговых консультантов и аудиторов. Основная идея этой системы – дать финансовым и кадровым специалистам коммерческого сектора удобную возможность ознакомиться с изменениями по конкретной теме, которая их интересует. Это налоги и сборы, выплаты работникам, например, больничные или отпускные, бухучет и налогообложение отдельных хозяйственных операций, кадровые вопросы, с которыми регулярно сталкиваются работодатели. Сейчас пользователь должен самостоятельно восстанавливать всю картину изменений. Это очень неудобно, требует много времени и сил. А в обзоре «Консультант Плюс» эта информация собрана и представлена компактно, со всеми необходимыми ссылками на документы. Например, проверим, были ли изменения по возврату товаров. В быстром поиске введем «Бухучет и налогообложение возврата товаров. Изменения». Выберем «Бухгалтерский учет и налогообложение возврата товаров» и перейдем в документ. Получим обзор последних изменений в бухучете и налогообложении возврата товаров. Посмотрим, из чего он состоит. Здесь есть ссылки на готовые решения по теме с порядком действий и образцами заполнения форм. Произошедшие изменения по возврату товаров приводятся в хронологическом порядке от последних к более старым. Мы видим дату вступления в силу изменяющего документа, заголовок, передающий суть изменения, короткую аналитическую информацию об изменении, ссылку на изменяющий документ. Это ссылки на письма ведомств, постановление правительства Российской Федерации и судебную практику. Благодаря изменениям по налогам и кадрам вы не пропустите важные изменения и действительно сэкономите ваше время.